Вернувшись домой после длительной поездки, 63-летняя жительница Рыбницы обнаружила, что замок входной двери взломан. Первым делом женщина проверила наличие вещей на своих местах. Обнаружив пропажу, хозяйка дома вызвала милицию. Открыли уже с помощью милиции двери, и в другой комнате там исчез ноутбук и монеты. Ну, муж собирал, и сын собирал давно такие монеты. И две энциклопедии исчезли. Буквально в считанные часы милиционерам удалось задержать двоих подозреваемых. Ими оказались ранее судимые мужчины, один из которых проживает по соседству с потерпевшей. Я знал давно, что тетя Надя уехала. Она еще уехала еще в мае или в июне, я не помню точно когда. Пьяные были, не соображали. Идем посмотрим, может что-нибудь будет. Вот и... В ходе допроса оказалось, что мужчины проникали в чужой дом дважды. Часть похищенного имущества они уже продали, а вырученные деньги потратили. Сотрудниками милиции возбуждено уголовное дело.